Минфин совместно с банками будет выявлять недобросовестных предпринимателей, которые, несмотря на запрет, продолжат принимать оплату через личные переводы. Напомним, сегодня Сенат принял поправки в налоговый кодекс. Эта норма вступит в силу уже с января следующего года. В Минфине заявили, что ставка налога останется прежней, дополнительных налоговых нагрузок для предпринимателей не будет. Речь идет лишь о том, чтобы показать легальный оборот. В случае уклонения от этой нормы в первый раз бизнесмены обойдутся лишь предупреждением. На второй раз их ждет штраф. Здесь же зависит от налоговой культуры самого покупателя. Ну, он... Нету культуры, допустим. Ну, нету культуры, там уже через систему управления рисками мы будем отрабатывать с банками. Если на одно и то же лицо, на его карточный счет там перечислялись несколько разных в день платежей от разных людей, это будет уже работать система управления рисками, будем выявлять таких продавцов. Между тем, сегодня Сенат одобрил поправки, предусматривающие введение налога на добавленную стоимость для иностранных интернет-компаний. Так называемый налог на Google, который начнет действовать с 2022 года.